Ребят, Красная Поляна, 960 метров над уровнем моря, курорт Красная Поляна. Такая вот здесь обстановка. Это ресторан «Белый гриб». Находится у крайнего отеля «Новотел». Отель «Новотел». Резорт «СПА». Это перед нами «Риксос». Отель «Сбербанка». «Ибис отель», «Панорама отель». Еще там парочку отелей в названии не помню. Это подъемник. От этой точки вниз. Это на 560. Туда на 2300. Время 9 вечера. Народу, как мы видим, нету. Так, надо еще на клавиатуру нажать. Скачивайте мобильное приложение «Курорт Красная Поляна». Оно дает это приложение, когда вы ходите по ресторанам, размещаетесь в отеле. Там есть бонусная система, я только вчера про нее узнал. Вообще рекомендую, ребят. Рекомендую посещать наши курорты. Доступные они. Рассчитываться можно рублями. Также здесь имеется вечернее катание, утреннее катание с 8 утра до 4:45, вечернее катание с 6 до 11 вечера. Такой вот ресторанчик. Народу очень много. Его, ребят, не видно, не слышно, он отдыхает. Народ здесь отдыхает приличный, поэтому никого не видно, никого не слышно. Сегодня у нас март, число где-то 20 или 22, плюс-минус. Снег есть, до апреля месяца можно кататься, ребят. На курорте Красная Поляна. Сейчас еще будут строиться тут курорты. Курорт растянется до 80 километров протяженности гор. Также здесь имеются инструктора. Вот он, подъемник. Получается, с 960, следующая станция 1460. Ресторан «Каштан», ни разу в нем не был. Также, кто с деревень, здесь есть экскаваторы, можно на экскаваторах, ребят, покататься. Мы находимся, еще раз повторяю, на уровне 960 уровня, Красная Поляна. Тут очень красивая обзорка, очень красивые местности,
В ресторанах тут никаких я не бывал никогда. Здесь получается одна улица, вторая улица, параллельно еще одна улица. Магазины тут есть, Кант, ресторанчики всякие разные. Реконструкция идет. Что у нас тут имеется, получается? Новотел, Долина ресторан. Ой, отель получается. Раз, два, три. Здесь я 4, 5, 6, 7 здесь имеется отелей. Этот курорт 960 над уровнем моря. Это большинство для семейных. Здесь очень спокойно. Здесь очень тихо. Ценник здесь средненький. Недоступен он рабочему классу. Имеется несколько спа-зон здесь, в Риксосе, в Панораме, и также бани четыре стихии, как-то так называется. Тут можно в прятки играть, ребят. Крепость, Академия единоборства даже построили. В ресторане два человека сидят. Там у нас получается панорама. Еще отельчик. Там спа-зона. И Риксос. 5 звезд. Чтобы было понимание, цена Риксоса сейчас в... сейчас у нас что? Март месяц. 10 дней 1 000 000 рублей. Плюс 1 000 000 рублей. Все в стиле построено. Автомобили получается
Ростов, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Вот он весь и комплекс. Там у нас вдалеке светится Роза Хутор, который 1100. Там у нас следующий горнолыжный комплекс Газпром. Внизу такой же горнолыжный комплекс Красная Поляна. И справа Роза Хутор получается.